истребитель, он его починил. Итак, в борьбу вступает. Атака на ход тоже восстановлена. Атака на ход была восстановлена. Но еще не до конца. Все, она восстановлена. И благодаря повстанцам она восстановилась. И готова вступить в бой с империей. Сбивает эту базу. Падает. Здесь лежит Финн. Финн его падает. Но Финн выдержал. Он спрятался. Прыгает, но инквизитор его не замечает. Садится в его корабль. И срывает инквизитора. Но благодаря этому ему не удается уничтожить два. Утрахивает Финн своего вертолета. Садится в него сам. И пока Биби-дроид никого не замечает. И гуляет себе мирно и спокойно. Но вдруг видит зал и падающий звездолёт. Всё. 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 Всё, 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 Ваня. Ой. Это была вторая серия. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте дизлайки. Да. Ставьте дизлайки, если вам не нравится, ставьте это, если вам нравится. Хотя, наверное, кому понравится, будет максимум человека 3.